Реакши мяу. А кто я этот? Да. Я Киллджой. А. Как твои дела? Для меня я сейчас новый чат сделал. Правда, теперь не вижу, випки есть? Нет. Шмя, у тебя есть випка или нет? Я этот... Да, не вижу. Что-то я хотел сделать. Нету. Надо исправить. Сейчас. Так. Я хотел прицел что-то посмотреть. Там мне не нравится мой. Изменить профиль. Профиль прицела. Дополнительные настройки. Основное. О, вот это да. Мне зелененький нравится. Голубой прицел, да. О, да, действительно, голубой красивый. Сейчас, я хочу разобраться. Тут слишком много настроек. Точка в центре. Контуры. Ладно, я хотя бы просто цвет настроил себе. Так, как отсюда выйти? Я еще только учусь играть в это говно. Да. Вы... Матч найден. Ты бы видел, как я сегодня стреляю. Это вообще капец. Я утром поиграл. Две катки. Это полный пипец. Просто. Ну не знаю, что-то мне захотелось новенького. Захотелось Валоранта, так сказать. Я все продумала. А для меня это не так важно, потому что в CS:GO это я ни разу не играл, поэтому для меня как сравнение не очень. Я пожилой вообще, у меня реакция не такая крутая, как надо было бы. Там Джефка первого уровня, 13-го. Ну ладно, более-менее такие, как я, играют. Мы сегодня одну команду довели до Surrender. Да, мне прям понравилось, на Fracture поиграл. Реально я вот был полезным. Так. Я еще в кнопках путаюсь иногда. Не все помню. Блин, там в магазине нож бабочка продается. Эх, вот бы его купить, конечно, да. Чтобы покрутить. Запущено.
Ставлю турель. Я сначала ботиком прочекаю. Спайк на миде. Хорошо. Сейдж убита. Остался один враг. Что у них было? Вон она. Все мертвы? А я хотела провести еще пару тестов. Попалась, так сказать, наживочка. Как бы сова своими гаджетами. В смысле, второй глаз. Ой. Ницу, спасибо большое за фоллоу, привет, привет. Надо что-нибудь взорвать. Так сказать, привет. Ставлю преграду. Враг на миде. Враг на миде. Ставлю турель. Фак, я ему всего 22 дал. Эйти, здорово, здорово. Привет, привет. Ницу, я за тебя болею в Амонге. Давай тащи там всех. Если я правильно помню, зовут вас Сонечка. Остался один игрок. Клатч. А мы плентим, ладно. Окей, Скай, проведи нас на хорошую позицию, а я заблокирую врагов. А все уже, да-да, я. Я вытяну из них свет. Группа врагов на миде. Враг на миде. Турель на месте. Сферочку заберу. Спайк на месте. Медик мертв. Ух, вижу врага на миде. Трое. Остался один враг. Остался один игрок. Ой, ну как же я плох, как же я плох. И мы до 84. Клатч. Ну вроде я, как эти киберспортсмены, в голову целился. Для у меня так я не получается, вас. Круто. Только я буду впереди. Так, мне не хватает, да? Блин, рейс, что ли, открыть? Я вот не знаю, у меня какие-то метания в том, какого агента следующего открыть. Я не могу определиться, на ком я хочу играть. Какой геймплей мне больше подходит. Турель на месте. Перезаряжаю.
Ёбнулся, Дима, совсем привет, Данечка, да. Да, и да, да, я. Спайк на миде. Мне в Валоранте нравится вам именно Скайлбан за то, что он дает смог. Это п-классно, а Скай за поддержку. Ну, Скай я очень часто вот в одной девочке сидел, она за Скай играет. Она, кстати, тоже за Омана играет. За Омана мне геймплей как-то не особо, как это сказать. Я просто не шарю, где смоки ставить, нужно флешки кидать и прочее. Она серьезно не видела. А за Скай? Ну, так. Может, и Скай. Остался один игрок. Ну да, он регуленок. 30 секунд. Аналог Рипера из Overwatch. Что происходит в этой катке? Даже скачать, что ли? Попробуй. Не, ну просто для меня, как бы, мне нужен глоток чего-нибудь новенького. Apex мне уже порядком поднадоел. А, я ищу себе что-нибудь новенькое. Короче, я сэкономлю. Экономлю. Вот поэтому я на ней играю. Ну, блин. Я сейчас сайфера хочу. Перезаряжаю. Не, пора найти слабое место. У меня такой геймплей, что я люблю охранять какие-то точки. Враг на базе защитников. Файк на месте. Ставлю турель. Враг на миде. Да, охранник, шпион. Блин, надо было одну на этот, господи, как она называется, на спайк оставить. Остался один враг. Нет, не убивай, не убивай Йору, не убивай. Так сказать, привет, Ромочка. Лора пока, да. Что-то у меня с ним не пошло. Надо учиться играть с вандалом. Да, это ж метовая пушка. Как ставить граффити? О, смотрите, какая красота. А где випка? А я не знаю, у меня что-то, блин, вообще... Ничего нет, надо всем подавать випки. Вообще сначала думал, что это у меня баг чата, потому что я по-новому чат сделал в ОБСке. Но нет. Ай, блядь. Похуй. Ставлю сигналку. Нашла, кинула гранату. Остался один враг. Эйс. Эйс! Роман сделал эйс. Им придется повернуться к кому-то из нас спиной. Сейчас. Вроде есть. Я помню, я когда играл в самом начале, у меня тоже на джетке был эйс. Я, правда, не успел заскринить это. Ну вот, да, да. Знаете, я иногда... Враги на базе защитников. Чё там могу? Враги на базе защитников. Давлю турель. Враг на базе защитников. О, моя турелька меня тоже блочит. Сигналка стоит. Йору, ты будешь сегодня ставить спайк?
уже. Или мы на киллы играем. Остался один враг. Следующий. У меня какие-то ёбари в команде. Да, мы рулим! Блин, я хочу себе... Хотя нет, у меня какое-то такое желание какой-нибудь ножик красивый себе иметь, но мне только нравится бабочка, потому что этот, как его сказать, у него анимашка прикольная. Привет, Настенька. Настя, не смотри за моим геймплеем, я ужасно играю. Не смотри, не смотри. Вот бы тоже ёбарь. Эх, да, вот жизнь такая несправедливая штука. Враг на базе защитников. Уничтожила. Страшно, я пойду к своим. Остался один враг. Перезаряжаю. Мы не увидели. Где? Вижу врага на миде. Тебя Лиза на это подсадила частично. Лиза меня, так сказать, научила и подсадила на этого вот, допустим, персонажа, на Киллджойку. Она мне вот сказала, что типа, вот, Киллджойка такая крутая, та-та-та-та-та. Я вот повелся на этот маркетинговый ход. Мне реально Киллджой очень нравится как персонаж. У меня открыта Вайпер, которую я тоже очень полюбил. Ну, только за внешне. А вот по поводу геймплея, она мне, да. Наш агент со спайдер. Бежать! Некуда! Спайд на Б. Сто двадцать, Йорк, 120. Та-та-та-та-та, эту турельку Киллджой стреляет. Кабина разваливает. Нет, мне просто везет, я лакировал. Остался один враг, остался один игрок. Это же Вайпер открыл, что-то перестал играть. Ну, Вайпер это мой... Не первый, это мой второй агент, да. Я ее открыл и в итоге не играю. И мне кажется, это был мой самый неудачный бай, потому что на Вайпер я не... Да. Надо, мне кажется, сложно. Типа стеночки вот эти ставить. Учить какие-то прокидки сферки, молика. Для меня это сложновато, конечно, да. Я не шарю. Ладно, пойду с Соманом, он вроде трахает. Выглянули и назад. Ура. Сфера запущена. Ястреб пошел. Турель на месте. Этот проход я буду смотреть турелькой. Завалила. Турель уничтожена. Кончила. Остался один враг. Бросаю ранец. Любитель пулеметов на Йору, а? Ты посмотри на него. Не рассиживайтесь, мы еще не закончили. Я так свой любимый отсчет пошел, не сделал. Мы на вообще не ходим. Спокойствие. По-другому тут нельзя.
Так я на роспись накоплю. Давай. Блин, я думал, это фейк. Ладно. Попался. Враг убит. Ну просто времени что-то нет. Я попробую почаще подрубать, конечно. Враг на миде. Враг на базе защиты. Остался сейчас вот, допустим, один враг. Валик поиграю. Вот здесь проход Бросай есть. Ранец. На Б. Смотрите все! Ой, больно, наверное. Сейчас последний раунд перед сменой, да? Последний раунд перед сменой сторон. Угу. Все равно начинать с нуля. Тратим все. Окей. Ну, господи, боже мой, из-за кота шерсть везде. Она просто раздражает. Моих союзников. Время охоты. Ультимейт не готов. Кидаю гранату. Остался один враг. Ладно. Смена сторон. Знают, что такое боль. Но все тревога бот мне сегодня не нужен на первом раунде. Хотя стоп, это что? Это же. Хотя ладно. Не. Попробую. Ставлю турель. Турельку сюда. Вынесем их. Ставлю сигналку. Кидаю гранату. Спайк установлен. Бот возвращается. Бот возвращается. Перезаряжаю. Бросаю ранец. Ага. Остался один враг. Только без этого. Эти паразиты уже никуда не денутся. Блин, я не знаю почему. Вот я беру Ghost, да? Или он как он называется? Да, Ghost. Но мне почему-то привычнее с классиком. Но я беру, потому что вроде как все берут. Роспись в стиме для Деничелла. Время полевых испытаний. Оформил. Ставлю турель. Сигналка стоит. Группа врагов на Б. Ладно. Ой, вижу врага на Б. Ой, господи боже, Рейс напугала. А
Отзываю бота! Отзываю бота! Спайк установлен. Чао! Тихо. Враг на Б. Остался один враг. А, мы всех убили, господи. Жаль. Я ведь так люблю взрывы. Хуенная инста, спасибо, если это не рофл. Привет, Кипи. Как победим, оставьте снаряжение в лаборатории. Я починю. Тут пушка. Бросаю ранец. Что, там ничего нет? Не обновлялась она довольно давно. Хотя стоило. Турель на месте. Класс. Теперь не налажайте. Сигналка стоит. Врага на миг, давай. Нашла их. Кинула граната. Гори, гори, ясно от моего молика. Кинула граната. Голова где-то здесь, да? Остался один враг. Спайк на А. Идеально. Победа защиты. А все, это конец? Спасибо. Собираем пробы и валим. Не, ну в принципе, overall sex and wild. Ай-ай-ай-ай, не надо, не надо, не надо, я засмущаюсь. Сейчас какая-то быстрая игра. Да. Вау, я уже целый 15 уровень. Широкий человек. Но это про меня. Ну вот, Decipher, что он умеет? Растяжки ставить, камеру и какое-то такое поле, как я не знаю, ну, дымовую завесу, грубо говоря. Чембер для меня сложный, потому что что там у него? Независящие от экономики скиллы в плане его собственного пистолета, ульта, снайперская винтовка и телепортики. Матч найден. А, и трапы еще. Все герои со смоками, это вообще не мое. Я вообще не знаю, куда их давать, эти смоки с саны. У меня слишком мало знаком с Валорантом. Посмотрите, какая девочка с сосочкой. Посмотрите на эти шикарные брови. Это просто... Я не могу. Так, против меня, ну, какие-то задроты. 36-й, 26-й уровень. Еще и Астра. Астра вообще, я вчера посмотрел ее геймплей, это что-то с чем-то. Что-то там в космос взлетает, что-то там какие-то звездочки расставляет. Потом эти звездочки превращает в смоки. В какой-то, не знаю, колодец гравитационный или что это такое. Вообще не шарю. Ну как бы айсбокс это... К
карта, которую я вообще не... Мы бьемся бок о бок, сова. О, господи. Тряхнем стариной. Такой он громкий. Короче, Icebox — это карта, которую я не знаю. Тут оружие! Поэтому, да. Ну, допустим. Давлю турель. Вроде она будет смотреть проход. Как правильно читается название этого персонажа? Кейо? 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 Инициирую подавление. Враг подавлен. Опа. Остался один враг. Да, Рома купил роспись. Тридцать секунд. Десять секунд. Спайк установлен. Турель на месте. Кидаю гранату. Остался один игрок. Фак, я ей дал 44. На моих ботов можно положиться. У них сбой всего раз случился. Да и не жалко того пальца. Да и не жалко того пальца. Совсем не жалко. Бегом, бегом, бегом. Тихо, Октан, успокойся. Поделитесь. Как на зипках лазить. Турель на месте. Новенькая девочка, подарите сабочку. Привет, Алена. Привет, привет. Я тоже хочу сабочку. Кидаю гранату. Сигналка стоит. Спайк установлен. А, господи, что я делаю? Переменная устранена. Остался один враг. Не торопи меня. ББ, Рейна. Остался один игрок. Клатч. Джет у них шустрая, но такая неумеха. Беру ее на себя. Я побежала. Потому что он додик Рома.
спокойствие. По-другому тут нельзя. Ну все, я разозлилась! Ставлю турель. Ой, моя. Кидаю гранату. Сигналка стоит. Что-то совсем растерялся. Вот возвращается. Шоковая стрела. Спайк на А. Кидаю гранату. Один игрок. 44. Этот мир принес мне много боли, но он мой. Из-за него я готова убивать. Всем пока! Хочу с вандалом побольше поиграть, потому что все с ним играют. Я тоже хочу. Так, ну пока мы что-то сосем. Ладно. Могло быть хуже или лучше. Ставлю турель. Так, обычно спойнт здесь. Ставлю сигналку. Света шумовая. Приветик, сомнамбулистер. Приветики, приветики. Замечено на Б. Один есть. Я заряжаю. Серьезно? Остался один враг. Спайк на Б. Турель уничтожена. Спайк на Б. Всем привет, я Чмоня. Бабуля была права. Сорняки и впрямь живучие. Бабуля? Я побежала! Это не он сказал, а кто ее бабуля? Всем пока! Я обожаю игры в плане лора, мне интересно. Нет! Спасибо большое за сабочку. Добро пожаловать. Наслаждайтесь смайликами. Дай бог вам здоровья. Я даже не знаю, что еще пожелать. Ой, блин. Я испугался. Что? Спайк установлен. Отсчет пошел! Вспышка! Света шумовая! Всех поймала! Цель замечена на Б. Кидаю гранату. Кинула гранату. Остался один враг. А Спайк где? А как его обезвредить? Вот смеху было бы. Командный эйс. Как по маслу. Я так давно не играл в Алекс, что я даже забыл, как обезвреживать эту ерунду. Я сделала. Да, да, я, видите, какая девочка-красавица, еще и с ручками, и умею снаряжение вам всем делать, да.
трудолюбие немцев. Турель на месте. Время полевых испытаний. Перезаряжаю. Да девочка в чулочках еще? Нифига себе. Ну это вообще какой-то хорни контент. Вот возвращается. Еще один труп. Вижу врага на Б. Погнали! Попал. Прочь с дороги! Остался один враг. Поймала. Ну ладно. Я что-то вообще ничего не делаю. Спайк на Б. Только не умирайте, пожалуйста. Не хочу искать новых друзей. И почему все время я когда думаю, что они пойдут на А, они все время идут на Б? Ставлю турель. Вот бы сейчас увидеть в чате KitKat, а не вот это все. Он меня из друзей удалил, падла. Вряд ли он появится в чатике. Ставлю сигналку. Цель замечена на А. Такая падла. Бросай нож. Ну, с одной стороны, Слышка. Как бы... И вроде бы хорошо. Может, у него там вырыл что-то. Происходит интересное. Спайк на А. Спайк на А. Где спайк? Вот. Живым не уйдет никто. Враг на Б. Остался один враг. Пофиг, я керю спайк. Жаль. У меня такая острота тут была интересная. Кто первым убьет врага, тот крут. Ну спасибо, это не про меня. Ну как бы мы не общаемся, да? Но с другой стороны, эх. Вроде в Геншин заходит. Офигеть, он еще и Геншин начал играть. Фу. Может, он вообще в форточку вернулся. Кто его знает, кто его знает? Нет. Ну все, я разозлилась. Спайк на миде. Враги на базе атакующие. Спасибо большое, Данечка, за сабочку. Добро пожаловать на каналчик. Наслаждайся сабочками. Наслаждайся смайликами нюрсочки. Этот, Спайк на миде. Дай бог вам здоровья, да. Остался один враг. Лёшка, привет! Сука. Спайк на А. Ваше оборудование в порядке? Проверьте еще разок. Жаль, что нет. В смысле нет? В смысле, Леша? Так, сейчас. Деньги есть. Вам что-то нужно? Я богатый. Могу что-нибудь купить. Ой, у меня армора нет. Турель на месте. Ну что это? Отживаю бота. Я какая-то шутка для тебя. Радиант убит.
ебаная турель, ненавижу. Ой. Дима, чекай, пожалуйста. Остался все уголки, игрок. Потому что там всегда стопудово сидит какая-нибудь тварь с пулеметом. Ого, что это за прицел такой интересный? Как ваши ничего? Потихонечку проходят будни в Валорантике. Так сказать, открываем для себя новые игры. Дышите глубже. Ваши сердца стучат слишком быстро. Почему не в другой стрелялке? Ну, как бы, в Апексе Battle Pass весь выполнен, сундучки все открыты, платина апнута, что там еще делать? В Валорантике, я не знаю, в последнее время я что-то смотрю стримы по нему. Не знаю, вроде интересно. Платина не предатор. Ну, да, это правда. Блин. Вижу врага на... Не одна штучка нужна. Страх на базе атакующих! Тут тварина сидела в прошлый раз. Враг на базе атакующих! Идеальная точность. Остался один враг. Спайк на А. Сигналка стоит. Ну и мастер не предатор, привет, тёмочка. Ну это правда, конечно, но я не такой сильный, не для этого. А. Жаль, не свезло. Жаль, не свезло. Внимание, враг близко. Всем пока! Меня пробустили до мастера, поздравляю тебя. Я побежала! Поздравляю тебя с мастером, так сказать. Просто вот, понимаете, у людей есть желание апнуть что-то. У меня этого желания нет. Ни даймонда, ни мастера, ни предатора у меня желания апать нет. Как я охуел от того, что там происходит. Да, там людей ебут. Ой, я забыл этот. Спайк на базе нападающих. Тут проходит. Остался один враг. Идеально. Пора им перестать в шашки играть. Ну да, там фулл гринд идет. До смены сторон один раунд. Последний раунд для покупки оружия и бегом, умений. Бегом, больше бегом. Шанса не будет. Что-то у них Джетка не поверила в себя и в команду. Грустненько. Давлю турель. Остался один враг. Ножиком почикал. Ну все, я разозлилась. Сижу в лигу, играю, у меня мальчики бустят. Мальчики, это хорошо. Смена сторон. Если умру, не горите. Была рада познакомиться и отформатируйте мой хард. Да, отформатируйте мою историю поиска, а то у меня там ру 34 с мальчиками, да, 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 я. У меня зуб покрошился, блин, зубы, это страшно. Я все детство провел в кресле стоматолога, и благо сейчас у меня проблем с зубами нет. Разве что только эти, как это сказать,
зубы мудрости повылезали, и я не знаю, что с ними делать. Ни одной сильной девочки не видел за 3 года. Будешь как? Погнали, народ! Шура, Шура. Турель на месте. Рейна убита. Вижу врага на А. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Я боюсь. Ай, спина. Наш агент со Спайк убит. Спайк на А. Остался один враг. На спине неонка. Веду разведку. Спайк у меня. Блин, сова еще тоже сложный перс. Это ж столько прокидок этих всяких стрел лучит надо. Каждый день вижу Сяови бузит меня в Лиге в Апексе на все руки мастерица. Сам в шоке. Так. Это у нас что? Это у нас пока что эко-раунд. Я не знаю, я постепенно учу, что тут в Валоранте нужно делать и как поступать с покупками, но да-да-да. Я пока нубас, поэтому простите, 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 извините. Прокидка CSGO Ваньке ДБД оформляет, yes. Сегодня сидел на стриме ДБДшника, он Заньку играл. Прокидок, правда, там крутых не было, но... Посмотрите, интересно. Рейна убита! Я не знаю, очень мало людей от с прицела стреляет. Я не знаю почему. Может, мне кто-то расскажет истину. Остался один враг. Ой, нет, 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 нет. Сейчас ножа заряжу. Бегом, бегом, бегом. Можно и повеселиться. Да, лук и стрелы это старомодно, зато надежно. Маньяк-убийца, да. Это меня ДБД готовило к этому. Всю жизнь готовился, чтобы кого-то с ножа почикать. Я не знаю, мне очень нравится на Killjoy'ке, если есть такой момент, кого-нибудь ультой застанете, и его, типа, не стрелять, а просто зарезать с ножика. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Сканирую местность. Двое. Вон они. Враг на Б. Умри. Ставлю турель. Тишина. Остался один враг. Спайк на А. Спайк получен. Ставь. Двигательные функции у всех в норме. Просто я знаю, что люди устают. Двигательные функции у всех в норме. Нет, ну вот этот робот, он какой-то злой. Я еще почитал, что он как убийца радиантов построен, вот этот вот Кейо. Потому что, вспоминая в Апексе добродышного Патфайндера, это вообще полная противоположность ему. Шестику мышь? Да, он додик дискотечный. Чел, блин, умеет только кидаться... своими стрелочками, санами, больше ничего в этой жизни.
И не кинуть стрелку в ответ. Это вообще все там, не знаю, мать умрет. Наш агент со Спайк мертв. Всем пока. Спайк на А. Да как обычно, детские вот эти вот. Ой. Ну все, я разозлилась. Отчет пошел. Меня просто уже заколебало. Ой. Один игрок. Ты че, дура, ты можешь сломать мой генератор энергии, но нет. Ладно. Ей это не надо. Я исполню свой долг. Я побежала! Бегом, бегом, бегом! Ну что? Да просто готово. Ситуация какая. Мы с Анютой ему писали в дискордике, типа, пойдешь играть? Он вместо того, чтобы ответить, типа, вот я играю там, допустим, с кем-то, нет, не могу. Он просто сидит, игнорит. Он, помню, как-то мне сказал, пиши мне в личку, потому что у меня по КД стоит режим стримера, и я не могу читать. Но я ему в личку заспамил сообщение. Получил в итоге что? Оскорбление в свою сторону, что я типа даун. Я ему, короче, точно начал кидать стрелки, и он меня в ЧС кинул. Капец, демократ, выскочил, типа, мойся, солнце, привет, дальше вестик. Да, я тут немножко Valorant Enjoyer. Лайт установлен. Что-то я заговорился. Дима, я пошел в будку, хозяйка пришла. Что-то хорошо. Пришло. Хорошо, Данечка. Остался один враг. Снажай, юзавеш! Хорошо, что я с вами. Ты да? Чё, не шаришь? Ну, сова, ну как так-то? Матчпоинт. Вот просто они подойти перед лицом, поприседать и снажай её вот так. Жита! Ша! Пау! Пау! Бабочку, что ли, купить? Ладно, шучу я, вапик, господи. Ну ладно, не так часто играю, чтобы ножи еще какие-то в нем покупать. Да, он прекрасный, матовый, черный цвет оружия, да. Сканирую местность. Чтоб нам в спину никто не пришел. Турель на месте. Привет, Биша, да. Немножко. Немножко развлекаюсь. Получай! Вижу врага на Б. Остался один враг. Ой-ой-ой. Давайте не он убьем по приколу. Ладно, она убежала. Нашла их. Кинула гранату. Победа нападающим. Победа вместо обеда. Офигеть, я выиграла из бокс-карту, которую я вообще не знаю. Но я, по крайней мере, уже более-менее ориентируюсь. Вот сейчас в матче я походил, побегал. Что-то да знаю. Блин, не он такая красивая, но мне ее обилки не нравятся. Вот, я не знаю, у меня такое чувство часто бывает, что типа мне нравится какой-нибудь агент, либо персонаж по внешнему виду, но его обилки это просто... И чё, и как? Вот, допустим, агенты. Стоп, как игру отменить? Типа агенты Сайфер, вот он классный. Торговец информацией. Типа вот...
Страшка, как Киллджой, за счет этого он мне понравился. Чамбер, ну не знаю, не знаю. Я не умею стрелять. Прочая фигня с его пушек. Брич, вообще непонятный мне персонаж. Он по КД какие-то станы дает и прочую ерунду. Все билки на станах завязаны. Астра, тактик, который из космоса ставит всякие звездочки, которые потом превращаются в смоки, в какие-то взрывной сверхновой, гравитационным колодцем. Ну, Вайпер это, конечно, прекрасный, да, прекрасный агент, который ставит стеночки и так далее. Ну, я, конечно, как контролер на ней не очень. На сове я стрелы и прокидки не знаю, дроном пользоваться не умею. Сага. Этот персонаж мне вообще не нравится внешне, вот просто посмотрите на нее, я не знаю, она меня вызывает какое-то отвращение. Особенно, когда от первого лица за нее играешь, у нее вот эти вот руки, и тут блядское кольцо на руке, это просто фу-фу-фу. Что еще там? Феникс. Ну, это дуэлянт, мне его обилки не нравятся. Киллджой. Идеально во всем. Ну, кроме вот этой турельки ее сана, я ее не очень люблю. Джетка. Ну, на джетке играют профессионалы и крутые люди. У меня на это не хватает скилла. Бринстоун. Один из самых балансированных персонажей, потому что у него есть все. У него есть смоки, молик, Steam Beacon, который ускоряет тебя. Кстати, сегодня весь день я ловлю рекламу японского Апекса, серьезно. Мейн джетки, кстати. Ну, мейн джетка, она красивая внешне, но я не знаю. Я не играю на уровень тех джеток. Йору. Ну, Йору для меня каким-то сложным кажется. Там у него приматки, как у Миража, флешки. Вот это вот незваный гость, я вообще не понимаю, как он работает. Скай. Ну, заря овервотчерская, скажем так. Мне нравится она. У нее обилки хорошие. Типа, хилить можно. Флешить, там, разведывать этой ищейкой. Ну, она мне нравится как саппорт. Неплохая. Рейна. Опять-таки, если ты умеешь делать киллы, этот персонаж для тебя. Так как я не умею делать киллы, Рейна сразу отпадает. Потому что ее обилки, вот это вот лечение, изгнание, они полностью на киллах сфокусированы. Рейс, я не знаю, я помню, я хотел ее открыть, но что-то я подумал, что у меня не настолько агрессивный плей. Рейс, она вот реально для агрессивных игроков. Гранаты, ранцы для того, чтобы быстро передвигаться по поверхности. Бомбатрон разведывательный, особенно ее базука. Омен, ну я говорил, я смоки не умею раскидывать и с флешками его не дружу. Поэтому Омен тоже у меня отпадает. Неонка, ну посмотрите, ну это просто произведение искусства. Она такая красавица, но про ее обилки я, честно говоря, мало чего знаю. Но как я понял, она дуэлянт. Дуэлянт... Это не мой стиль игры. Кейо, вот я начал смотреть стримера, который играет только на нем в последнее время. Ну, последние стримов 6 только на Кейо. Как бы он интересный, но опять-таки тоже не мой стиль игры. У него есть молик, флешки, эпицентр, вот это вот нож подавления. Как больше он не для того, чтобы подавлять врагов, а для того, чтобы понять, сколько врагов есть в территории, в которую ты хочешь просканить. Ну и как бы его ульта, которая дает тебе вторую жизнь, грубо говоря, если тебя тиммейты поднимут. Вроде всех обозвал, рассказал свои познания валорантовские в агентах. Мерлис на скайп. Почему? Она такая деревенская сельская баба. Матч найден. С благородным загаром и мускулами. В итоге тебя нокают, а ты как кукол смотришь на твою команду и вот да. И у тебя еще отсчет обратный. Только не забирайте Киллджой, пожалуйста, я на других не умею. Ну что, скоро всем силам Valorant, да. Ну тут не 3 игрока, тут 5 игроков можно, это плюсы. Я чувствую, если я буду с кем-то играть в Valorant, меня посадят на сагу.
Нет. Я тебя звал, ты отказался, а я тогда не особо заинтересован был в Валоранте. Ну, как сказать, я, наверное, в тот период бросил играть. Ну, то есть, вот в какой-то момент у меня был, что я зашел, а потом перестал играть. Ну, просто я как бы боюсь с кем-то играть. Да я во все игры боюсь с кем-то играть. Ну, кроме, может быть, какого-нибудь ДБД или овера, потому что я там себя чувствую более-менее. Как там Ванька поживает? Ой, неплохо, он с нами из браузера теперь разговаривает с Дискорда. У него его очень хорошо слышно, хотя я его и так хорошо слышал, как бы, да? Вот, что там еще? Вроде потихонечку. Могу привет передать от тебя. Если я его услышу на престорах сети интернет. Почему с браузером? Он что-то там тестировал, как я понял. У него что-то лагал Дискорд, он попробовал через браузер зайти, как оказалось, его лучше слышно оттуда. Хорошо, передам. Джетка крутая. Жаль, я не играю. Ну, так сказать. Стиль игры у меня не агрессивный. Блин, на месте. Сигналка стоит. Я люблю застраиваться. Хорошо, если я... Кидаю гранату. Так сказать... Враг на А. Кинула гранату. Так сказать, созрею на пати, я напишу обязательно. Ой. Простите. Там. Я пошутила. Вынесли. Нашла их. Кинула гранату. Ничто. Тридцать секунд. Это что, шериф? А, нет, это классик. Вижу врага на А. Ослеплю их. Auf Wiedersehen. Спайк установлен. Auf Wiedersehen. Остался один игрок. Фак. Ставлю турель. Дал ноль пушем. Как они вообще прошли? Рейна, атакуй с одной стороны, а я с другой. За 5 секунд управимся. Купить вам что-нибудь? Нужна пушка. Вы знаете, сэкономлю-ка я в этом раунде. Мне нравится, когда Джетка убивает. У нее есть фраза очень крутая по типу «Вечеринка окончена». Я прям не знаю, я... Писюсь кипятком с этой фразой. Ставлю турель. Осторожно. Ставлю сигналку. Враг на миде. Офигеть, там кто-то с аресом. Вот еще проблема, что я хочу открыть сайфером. Он персонаж, который дает информацию. Я в чат вообще ничего не пишу. И разговаривать я не люблю с людьми. Спайк на миде. Энтенте. Мне нравится, как она развернулась и начала стрелять в свою Рейну.
У Лизы как дела? Ну, вроде неплохо. Валорантик играет. Работает. Всякие интересные истории с работы рассказывает. Все вроде как-то потихонечку, так сказать, живем в привычном русле. Конечно, плохо, что они все вместе, но... Что сказать? Факт случается. Пора прыгать. Остался один игрок. Что это у меня, Джордж? Мне нравится, как у нас... Записывайте свои наблюдения. Кто этот Руди? Они нам пригодятся. Джетка постоянно пишет НТ. Как бы... Я... Сэкономлю. Ничего не имею против. Просто мне нравится, что челик не пишет там... Фигню типа... Ай, ты сыграл как говно, а мог лучше. Так НТ, НТ. И ничего лишнего. Турель на месте. Враг на Б. На, будь уничтожен. Враг на Б. Кинула гранату. Опля. Кинула гранату. Счет пошел! Турель вынесли. Чего ж мелочиться? Пока. Иди сюда, моя сладенькая. Остался один враг. Остался один игрок. Удача их покинула. Нужна пушка. Нужна пушка. Здесь. Турель на месте. Пусть смотрит этот проход. Время охоты! Враг на Б. Спина. Турель уничтожена. Нашла их. Один игрок. Что у него за ган был? Спектр? О, симфония смерти. Я вот не понимаю, в этой игре... Вы к ней привыкли. Нужна пушка. В этой игре... Нужна пушка. Вот это вот прицеливание наоборот, что ли, мешает? Потому что сколько не смотрю, вообще никто не пользуется этой фишкой. Вообще. Ой. Пойду первым. Вообще непривычно. Ставлю турель. Я справлюсь. Давай, Йору, я в тебя верю. Турель уничтожена. Спайк на А. Враг на А. Хорошо. Спайк на А. Иду, 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 иду. Хевен это, по-моему, вверх, да? Ой.
Остался один игрок. Кидаю гранату. Кинула гранату. Ну все, я разозлилась. Один есть. Нет! Не думала, что скажу это, но лучше играть в команде. Нужна пушка. Ну и какой у нас план? Нужна пушка. У меня вообще ничего нет. Экономлю. 40 гайс у меня по экономике не найс, как бы, да. Они забыли свое место. Ставлю турель. Сигналка стоит. Фак, это опять, а. Отзываю, бот возвращается. Да, но я просто умираю, у меня не дропается с меня. Господи. Надо было свою ульту, наверное, спайк ставить. На А. Своей ультой. Я не понимаю, она как снаряд, что ли? 30 секунд. НТ. Их Джет любит побегать. Ладно, подыграю ей. Ладно, они что-то на любят, окей. Давайте попробуем на. Турель на месте. Я справлюсь. Ставлю сигналку. Кидаю гранату. Поиграть захотелось. Поиграем. Время охоты! Прочь с дороги! Пошел! Твой косяк. Привет, Феденька. Они падут! Спайк на А. Остался один враг. Господи, боже мой, как же я кто-то, по-моему, отдался. Они похожи на нас, но мы ли это? Ой, столько вопросов. Ой, мне что, на вандал не хватает? А если я куплю легкий щит? О, хватает. Пора прыгать. Да вообще, без маски, без смс-регистрации. Ставлю сигналку. За тебя, сестренка. Господи, боже мой. Ставлю турель. Я застрял. Я застрял. Попробуйте. Ладно. Бот возврать. Отзываю бота. Я опять не угадал. Спайк установлен. Рейм там. Где-то тут. Там. Враг на Б. Ладно. Сигналка стоит.
Остался один игрок. А, тут нет смысла, я лучше засейвлю. Я лучше засейвлю свой вандальчик. Хочу открыть девчулю, которая кислотные барьеры ставит. Вайпер, что ли? Действуем по плану, и победа за нами. Окей. Ставлю на Б. И в итоге они будут на А. Ставлю турель. Сигналка стоит. Я справлюсь. Группа врагов на Б. Нашла их. Враг на мине. Кинула гранату. Убила. Не лезь. Остался один враг. Вот и все. Мне больше. Возьмите оружие. Мне больше на Б на этой карте нравится стоять, понял. Нужна пушка. Ну, я. Я вот сейчас. А вот сделаем на А акцент. Ну, а вдруг? Ну, а вдруг? Ставлю сигналку. Будет весело. Здесь. Турель на месте. Время охоты. Сабов у меня на канале развелось. Это у меня никогда столько сабов не было. Это, наверное, 3. И сегодня еще 2. 5 сабов. Это офигеть, как много. Я просто рад. Это такой звук мэп. Фу, боже мой, я разучился разговаривать. Бот возвращается. Ладно, попробую со спины зайти. Трое. Трое, молодец. Спайк установлен. Один враг. И вы думали, что это сработает? Ну да, хафе. Почему мне хочется плакать от таких новостей? Не сдавайтесь. Не плачь. Даже одинокий воин должен сражаться. В смысле, кто голосует за сдаться? Что? Что не так с вами, ребята? Почему? Почему вы хотите сдаться? Я не понимаю вот этого. Ставлю сигналку. Теперь успешный, популярный. Я вообще не понимаю за этот, за какие заслуги. За что я это заслужил? Я же не заслужаю. Я подрубаю редко, не метко, вообще не очень. Спайк на А. Остался один игрок. Турель вы нашла? Кинула гранату. Кидаю гранату. Кинула гранату. Хорошо.
30 секунд. Ну, 4 хсапоинта не хватило до смайлика в январе. Блин, грустно. Остался один враг. Спайк на А. 10 секунд. Клатч. Я гений не только в лаборатории. Последний раунд перед сменой сторон. Нет смысла копить. Купить. Скупайте все. Спасибо. Спасибо. Перезаряжаю. Я как-то не особо за открытием смайликов смотрю, потому что у меня сабов никогда не было, но учитывая то, что компаньонам дали 5 смайликов дефолтных, я вообще не страдаю. Ставлю турель. Погнали, народ! Сигналка стоит. Враг на А. Ладно. Враг на А. Нашла их. Враг на миде. Кинула гранату. Уничтожила. Сгорела на работе. Остался один враг. Спайк на А. Простите, этот мир занят. Смена сторон. Я буду последним, что они увидят перед смертью. Счастливчики. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Стреляйте! Только так мы победим. Пора прыгать. Враг на Б. Классный персонаж, но мне больше другой стиль игры нравится. В нем играл, если попросили. Ну, я не сторонник агрессивного остался один игрок. Плейнга. Ой. Вот это, конечно, да, встреча. Этот. Я ж, Федя, этот, ватсон-мейнер, и у меня вот эти вот корни ватсон-мейнерские вот просочились во все игры. Шутеров и так далее. Ой, хорош, Джетка. Давай, тащи, я в тебя верю, зайка. Вот, и у меня поэтому привычка застраиваться, там, вот это вот защищать территорию, вот это вот прочая ерунда. 30 секунд. Зря протопала, наверное. Она еще извиняется, боже мой. Покажем этим придуркам. Какая она зайка. Так, я возьму щит. Да кто все время сдаться хочет? Не хочу сдаваться, я хочу поиграть. Перезаряжай. Не, форточки ж отменили на время стройку. Поэтому не застроишься. Давлю турель. Вообще, Лиза учила ставить турель где-то тут или тут, чтобы со спины никто не зашел. Ну-ка попробую. Пора прыгать. Так, а, там вандал. Споки-ноки. Ну, тебе больше подойдет какая-нибудь пока. Рейна или Джетка. Я даже не знаю. Приманка.
Может быть, даже ты попробовал на неон поиграть, я думаю, у тебя бы получилось. Тоже. Я вот про это говорил, что я не играю на Рейне, но то же самое, потому что... не играл бы никогда, потому что ее абилки напрямую зависят от киллов. Ой. Остался один враг. Хорош. Ну давай, закватчи против Скай. В прошлый раз у тебя не получилось, в этот раз я в тебя 30 верю. 30 секунд. Давай, давай, давай. Ну что, он на спайке стоит? Нет. Взяла спайк. Офигеть. Я Омана открыл Рейну, 7 хп до этой токсичной девчули. О, поздравляю. Ух, погнали! Я открыл Вайпер и Киллджойку. Да. Ну не знаю, может мы на А пойдем, все-таки сходим. Я тебя могу купить? Нет, не могу. Go A. Ну действительно, go A. Турель на месте. Смотрите все! Наш агент со Спайк мертв. Спайк на Б. Время охоты! Остался один игрок. Я вот знаю, что императрица жалкая тварь дает невидимость. Я уже по звукам уже пытался определить, куда она телепортируется. Да это... Не твоя вина, Джетта, что ты извиняешься? Вся вина лежит на нашем Йору, который почему-то пошел и захотел запушить как тварь на Б, хотя непонятно зачем это было. Предлагали сходить на А, потому что на А никогда не ходим. Ну справа, чего? Ясно. Без наушников играет. Не забывайте, пули делают больно. Хочу вандал. Ладно. Спайк тут. Не могут они быть лучше меня. Я даже помню, что настоящее имя Вайпер — это Сабина. Да мне просто играть не во что. Наш агент со Спайк мёртв. Спайк на А. Перемена устранена. Турель на месте. Турель уничтожена. Остался один игрок. Ну как так? Я ей дал 74. 74. Пули просто вокруг нее начали стреляться. А, у нас Райна ливнула, я понял. Что ж. Сейчас, секунду, мне кто-то в Дискорде написал. А, это Беливер поток запустил. Понял. Покидает матч и не будет участвовать. Пусть попробует меня поймать. Ну ладно, не все шкатки выигрывать. Правильно, правильно. Сэкономлю. Я эту, если что, крайнюю, потому пойду что потом первым. По делам нужно будет уйти. Тут герой есть, который бегает. Кеклэ, мне понравилось наблюдать за игрой Десертука на ней. Это которая неонка, вот это вот, синенькая. Меняем позицию. Она как там бегает. Я справлюсь. Быстрее надо. Пойду ж, Джек. Группа врагов на Б. Прикончила. Враг убит. Наш агент.
Спайк на А. Прочь с дороги! Остался один враг. Убит. Я слышу, как она перезаряжается. Всех поймала! Жаль, не свезло. Я порублю их на куски. Я слышал, слышал, как она перезаряжается. Благо, вот, вот слухом меня не обделили. Вот руки у меня кривые, но слух у меня хороший. Турель. Осторожнее с их неон, она шустрая. Режу измерение. Я пойду за Джек. Спайк на Б. Наш агент со спайк убит. Впереди кто-то есть. Остался один игрок. А слева я все-таки не догадался чекать. Что-то вот, ну, Джеджи чекает, а чё я не смотрю лево? Я чё, тупица, что ли? Получается, что так. Остался один враг. Ой, 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 давай, эйс, пожалуйста, подруга, я в тебя верю, давай, сделай эйс. Ай, НТ, НТ. Я на взводе. Идем. У нас еще полно дел. Сэкономлю. Так, я беру спайк на этот раз. И иду на... на А. Потому что мы давно туда не ходили. Полетели. Сразу турелью буду чекать. Режу поиграть зверь. Захотелось? Поиграем. Ставлю турель. А вот и я. Турель уничтожена. Отвали, перезаряжай. Остался один игрок. Ставлю сигналку. Установлен. Нашла их. Заряда. Кинула гранату. Ой. Что-то я дам. Матчпоинт. Зака не помешало бы. У меня тоже привычка с других игр целиться на ПКМ. Мы сейчас проиграем. Пофиг. Тихо. Никакого поражения. Мы выиграем, мы сейчас вытащим. Мы сильные. Хотя нет. Мы идем на Б, это проигрыш. Турель на месте. Привет, Вадимка. Я справлюсь. Враг на Б. Кидаю гранату. Кинула гранату. Черт, турель вынесли. Ставлю сигналку. Это значит, сзади кто-то есть. Ставьте спайк. Джетка сзади. Спайк на Б. Наш кинула гранату.
Готова. Иду по следу. Удалила. Не успела убить. Остался один враг. 30 секунд. Ой, хорош. От меня? Вот бы смоки на бейфлешке. Технологии не заменят мастерство. Ну, мы же еще вчетвером против пятерых играем, как бы, да. Закупаюсь. Фулл Б. Окей. Неплохо. Турель на месте. Джет, я с тобой. Мы с тобой подружки. Мы не готы, мы не панки, мы подружки лесбиянки. Группа Тату. Пора прыгать. Ты Юля Волкова, а я Лена Катина. Или наоборот. Время охоты. Отсчет пошел. Смотрите, у нее еще бомба на картошку похожа. Как раз для белорусов. Кидаю гранату. Кинула гранату. Ну, господи. Остался один враг. Как же я плох. Как же я плох. Я прикрою вас. Нет, она не кидает их. Впереди. Неплохо. Пойду первым. Кто спайк возьмет? Ладно, я возьму спайк. Штурмуем. Ставлю турель. Я справлюсь. А! Враг на Б. Сигналка стоит. Уничтожена. Враг на Б. Спайк установлен. Враг на Б. Остался один игрок. Враг убит. Остался один враг. Троих. Клатч. Победа защитников. На сегодня, наверное, все. Спасибо большое, кто сегодня был. Я попробую завтра запустить стрим тоже в такое время, где-то в 4 часика дня. Наверное, тоже Valorant будет, но это не точно. Все, всем спасибо, всем пока.